была тренировка, она в Лужниках. И когда начал греметь салют, я подумала, я не увидела фейерверк, я услышала, ну, грохот выхлопов, я подумала, что началась война. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. У тебя есть знакомые в Украине? Да, у меня есть знакомые на Украине, которые проснулись от взрывов рядом с их домами. И это не укладывается в моей голове. И точно так же у меня не укладывается в голове, как половина нашего населения думает, что это все какая-то подстава, и что все хорошо, что Россия ни в чем не виновата и делает все правильно. Не боишься, что задержат? Блин, конечно, боюсь. Ну а что делать? Нельзя же сидеть дома и отсиживаться. Москва не молчит! Москва не молчит! Москва не молчит! Москва не молчит! Мы пришли сюда, потому что считаем, что сейчас ничего не делать, это значит стать соучастником. Поэтому мы решили, что должны хотя бы прийти и сказать, что мы не согласны с тем, что происходит. Не боитесь, что вас задержат? Все, подожди, подожди. Я думаю, что бояться должны те, кто находится сейчас там, куда летят ракеты, а не здесь. Руки прочь от Украины! Украина нам не враг! 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 А на каком основании? Мы отошли.